Ай-я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 й
улице. Мне какая-то бабушка сказала: здравствуй, я ей ничего в ответ не сказал, не поздоровался с ней. Она меня как хапанула за руку и заразила меня бабушкинским синдромом. Короче, меня бабушка на улице за руку цепанула зубами своими съемными. Как страшно было, вы себе даже не представляете. Я шел, она апа, я такой, о, она а, я такой, нет пенсии. Она как, в смысле нет пенсии? Коррупционеры, сволочи, бандиты. Я говорю: баб, я ютубер, я не коррупционер. Она такая: наркоманы, сволочи и всякое такое. Я такой: живем как-то, как-то живем. Но на самом деле нет, куда-то меня вообще не в ту сторону понесло. Я себе просто сделал татуировку новую. Ну, не новую, а коррекцию старой татуировки. И здрасте всем, с вами снова Эдисон. И в этой серии знаете что? Улыбочка на лице? Ни хрена не улыбочка на лице. Потому что флешка в этой серии присутствует. Это значит никакой улыбочки. Это значит проклятие флешки. Давно я тебя не вставлял в одно место. Обслюнявил. Фу. Ну, в плане, я недавно вернулся из Новосиба, я записывал ролики наперед, и я уже соскучился по этой флешке. На самом деле, мне даже интересно, что там подписчик подготовил для меня нового. Давайте вставим и посмотрим. А перед этим я вставлю, а ты поставь лайк, я имею в виду. Наберем 30 тысяч лайков и обещаю в ту же секунду выйдет новая серия флешки. Если тебе нравится этот сезон, если не хочешь, чтобы он заканчивался, ставь лайкусики, напиши в комментах. Я обещаю то, что я буду его продолжать. Фух, вставляю. Ладно. Папка. Папка называется Аха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 . А в папке у нас карта для Майнкрафта, которая опять называется «Это я сделал». Ну, в смысле, не опять, опять карта. Называется «Это я сделал». Что он сделал? Наверное, случайно родился на этот свет. Это твой грешок, подписчик. Но здесь еще есть также архив, который называется «Нападение». Давайте посмотрим. Так! В архиве есть видосик, который также называется «Нападение». Неужели он... Нападение на кого у меня такой вопрос? Какое нахрен нападение? Давайте посмотрим. Да, прекрасно. На архиве установлен пароль, и я не могу посмотреть, что это за ролик. Хорошо, отображать пароль при вводе. Давайте... Под... Я могу под... Писчик... Лохопед... 228-225... 4-4-4-4-5-6-6-7-5-8-9-2-3-4... Ай-яй-яй, я думал то, что это будет правильный пароль. Конечно, я не знаю, какой пароль. Ладно, есть карта в Майнкрафте, поэтому давайте мы его сначала установим и посмотрим, что же он там для меня подготовил. Это скотина, извиняюсь за такое выражение, но он реально скотина. Фух, так, давайте зайдем и посмотрим. Как, девушки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию троллинга, где сегодня мы вместе с моим новым воображаемым другом, Денис, поздоровайся. Всем привет! Будем продолжать нашу любимую рубрику троллинг. Ребятки, если вы соскучились по мне и по Денису, ставьте лайкусики на эту серию. Я обещаю то, что как только мы на этой серии наберем 228 тысяч лайков, с половиной 4, 8, 95% дробь 2, минус 1 умножить на 9, 4, с половиной 981 с половиной лайков наберем, сразу же выйдет новая серия. Да, Денис? Да, конечно, Эдичка. Ставьте лайкукуськи, подписывайтесь на канал. Денис, пошли, я тебя затроллю в этой серии. Пошли, Денис, давай. Да что ты ломаешься, давай. Как будто первый день с тобой записываем. Денис, смотри. Двери нет. Опа, затроллил. Все, хватит. Ладно. Чё подготовил подписчик для меня в этой серии? У меня такой вопрос. Давайте зайдем и посмотрим. Я покажу вам ща, как я побил Эда. Посмотрите на его руку. Ха-ха-ха-ха-ха, это я сделал. Это я его ударил по руке. Вот как это было ночью в парке, это я. То есть он сейчас... Он сейчас будет иллюстрировать тот момент, когда он якобы избил меня в парке. Чего, дебил? Чего? Вы смотрите, какой врунишка, а?
То есть он говорит то, что вот это он меня побил. То, что это не бабушка меня укусила в парке, как я вам рассказывал. И то, что это не я татуировку новую сделал, а то, что это он меня побил. А что Стефан здесь делает, у меня такой вопрос. Подожди, или... А, это он сейчас покажет вам сценку, якобы как он меня избивал тогда в парке, да? То есть я сейчас вам покажу, как я тогда побил Эда, посмотри. Ребят, это не подписчик меня побил, это... Ай, стукнулся, мать твою, за ногу. Это не подписчик меня побил. Это я татуировку сделал. Чё ты обманываешь моих настоящих подписчиков, сволочь? Вы прикиньте, что он говорит, то, что это он меня побил, то, что я не татуировку делал, то, что он меня побил. Ха-ха-ха, это я сделал, это я ударил его по руке, это было ночью. А чё это за сундук? Лук в сундуке. Окей, 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 окей. То есть ты подписчик... Отдай ключ, чё... Отдай... Ты что, дур... Ты дебил... Вопрос. Дай мне пройти, пожалуйста, твою мать. То есть он сейчас показывает, как я вот так. Аля-ля-ля-ля-ля-ля, карусель, карусель, Да, то есть он показывает якобы, как я гулял тогда ночью в парке, и то, что я вот так прогуливался, и он меня избил в парке, да? Вот что ты хочешь сейчас показать. Но такого не было, ребята, я татуировку вчера делал, никто меня не избивал. Ты чё врёшь? Вы понимаете то, что я к нему даже не могу подойти, потому что у него такой радиус. Сколько у тебя блоков радиус? Охренеть, я вот здесь стою, раз, два, три, четыре, пять блоков. Он меня может бить на пять блоков. Как мне его обижать? Что там за дверь и что там за сундук? Вот там, видите, сундук есть? Сундук. Подождите. А как мне туда попасть? Может через скоп... через скамейку мне туда попасть или как мне туда... Кстати, там кнопка! Вы видите? Под буковкой D, там где написано You died, под буковкой D есть какая-то кнопка. Сейчас. Вот, видите? Вот там. Окей. Как... Ага. Есть стрелы, нашел стрелы. Как мне сюда попасть? И как мне попасть в эту кнопку? Да, это будет не просто... Ага, да. Да, это будет совсем непросто, как я понимаю. Окей. Опа! Ща, мы тебя уконтузим. А, кстати, а может я его просто могу убить вот так? На полицию! А, да, прекрасно. А, ты меня будешь бить, да? Да, конечно. Так, ха, оп, вижу какой-то, опа, еле как достал. Еще три стрелы. Ох, как мне туда попасть? Я попал? Если я попал, то что должно было... Это как так-то? Опа. Что это? Ключ какой-то. Ты шо, ваш пет? Подождите, то есть я попал в эту кнопку, да? И пум, ему на голову свалилась такова. Но я настолько большой дебил, то что я не успел туда пробежать. Успокойся. Ага. Сейчас мы сломаем, и сейчас мы еще раз выстрелим туда, и тебе еще раз на голову одна наковальня свалится. Не переживай. Сейчас все будет нормально. Да давай ломайся уже! Так, ключ у меня есть. А, прекрасно. А мне нужно найти... Я смотрел здесь? Да, я здесь смотрел. Мне нужно найти еще немножечко... Стрел! Пожалуйста, господин подписчик, дайте мне, пожалуйста, еще немножко стрел. Пожалуйста, опа! Ага, три стрелы. Ну шо, иди сюда. Сейчас, я надеюсь, я... Я не знаю, я попал, не попал. Алло? Наковальня? Лошпед! Оп! Ага, прекрасно. Так.
Мать твою за ногу! Не спамься. Ага. Где-то было. Оп. Твою мать, так... Это не смешно, это... Нет, смешно! То, что меня так тро... А, ты... Тихо! Я еще успею. Где? Как? Мать твою! Прекрасно. Опа. Тихо там будь. Тихо. Ага. Ты меня заколебал, честно. Ты меня просто заколебал. Иди в пень, а. Сейчас еще раз лап... Да отстань! Да... Мать твою! Ну шо, я еще раз наковальню сломал, да? Сломал наковальню, значит. Ну, жопа тебе сейчас под писон. Жопа тебе сейчас. У меня еще немножечко стрел. Я не знаю, где там вот эти невидимые блоки. Так, я надеюсь, сейчас наковальня упадет, да? Да? Если да, то тебе не жить. Это явно, это видно, это заметно, это всем ясно, это всем понятно. Я не знаю... Ага, вот здесь начинается, да? Опа! Все. Пароль 9465. Выходим с Майнкрафта, заходим смотреть ролик. Нападение. 9465. И... Да! Смотрим. Понятно. Так вот, как он написал мое нападение? То, что он просто... Нет, я помню этого чубзилета. И как видите, я его даже заметил. Я был в Новосибирске в то время с Катей. Я тогда поехал. Катя пошла в туалет. Мы в то время были в зоопарке. Я вижу... Это не мужик этот, ну, даже не мелкий пацан. Ну, мне кажется, лет так 14-15. Сидит, мать вашу, в кустах. В капюшоне вот до сюда натянут. Потому что он даже ничего не видел, мне кажется. И просто снимает меня на какой-то там телефон. Хайоми, нюмом-нюоми, пипоми. Я такой, подойди сюда, пожалуйста. Ты что меня снимаешь? Я сначала подумал, ну, это просто обычный подписчик, который боится подойти, сфоткаться, пообщаться. Но потом... До меня доперло то, что это необычный подписчик. И что самое главное, он даже меня в Новосибе нашел! Он следит за мной где только возможно. В Москве, в Новосибе. Ребят, я вам честно говорю, меня никто не бил. Я вам в следующей серии уже покажу, что я себе просто обновлял татушку. Здесь даже немножко крови есть. Ну, от татушки я имею в виду. Честно, я вам в следующей серии покажу. Сейчас вообще не могу. Не верьте, пожалуйста, этому подписчику, он меня не бил. Верьте только мне. И нормальным подписчикам, а не вот этим, которые желают мне только зла и которые врут моим настоящим подписчикам, то что якобы меня избили. Ну да. Ребятки, на этом мы, наверное, с вами уже будем заканчивать. Я удаляю вот этот архив. Вон. Я вам всем скажу огромное спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайкусики. Набираем 30 тысяч лайков. Я обещаю то, что в следующей серии я вам покажу... мою новую татушку или коррекцию моей старой татушки. Кстати, кто еще не видел предыдущую серию флешки, надо мной прямо сейчас появится подсказочка. Нажми и посмотри. Обязательно. Готов? 1, 2, 10. Оп!
Смотри, пожалуйста, предыдущую серию флешки. Ей будет очень приятно. Ну и мне в том числе тоже. Спасибо всем огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. We'll be right back.